Отойдите. Джерри, мне жаль. Ради этого острова и научной ценности, которую он хранит, я вынуждена принять меры. Еще не слишком поздно, мы сможем все вернуть. Нет, я заблокировала систему, ты ничего не сможешь сделать. Я открыла ворота, и теперь мозазавр вырвался на свободу. Лора, ты должна... Нет, Джерри, это не обсуждается. Мы должны показать Инжен. Берегись. Быстро из воды выбирайся. Черт, о чем ты вообще думала? Так, ладно, расслабились все. И отходите от окон. Расслабились? Да, что? Хотел услышать. Ну я же вам говорил. Я не знаю, как вы, но я здесь для того, чтобы позвонить по телефону. Алло, это Вильям Йодер, идентификационный номер 4122, соедините меня. Да, сэр. Да, сэр, посольство Америки. Отчет по происходящим событиям. Подразделение Альфа уничтожено в полном составе, выжил только я. Подразделение Браво уничтожено. Вертолет выведен из строя, потери среди гражданских 2. У меня есть доступ к лодке, и я могу эвакуировать их отсюда, с острова. Да, сэр. Войска могут приступать. 90 минут, так точно, сэр. Что случилось? Кому ты звонил? Так, все, дальше не надо. Что? Вы не пойдете со мной. Похоже, здесь произойдет трагический несчастный случай. Нима, у нас есть все, что нам нужно. Мы можем закончить и без них. Что? Нет. Что значит нет? Мы же договорились. Мы не договаривались, что Джерри и Джесс погибнут. Что тут происходит? Мне жаль, Джерри. Меня прислали сюда, чтобы забрать эмбрионы динозавров из рук Инжен. Я не понимаю, ты шпионка или что? Да. Черт, Нима, я же доверял тебе. Это не так. Йодер взял пену для бритья, а он тебе теперь сам по себе. Какую еще пену? Баллончик с пеной для бритья, вот в нем и спрятаны эмбрионы. Черт, Нима, ты все испортила. Нет, это ты все испортил. Оскар верил в тебя, возможно, он и был дьяволом, но он носил свои грехи на руке, чтобы все видели, а ты скрываешься за маской, под которой нет ничего. Нет, ты не сделаешь этого. Тебе что, все пофигу? Тебе плевать на судьбу Оскара и Дикафа? Ближе не надо. Всем стоять. Я хочу дать вам шанс. Билли, когда я сниму чеку, выхода отсюда не будет. Не делай этого. Беги. Твою ж... Так, быстрее, вставайте.
Кто-нибудь пострадал? Все в порядке? То есть, кроме того, что мы влипли из-за этого, мы почти покойники. Не говори этого. Кто-нибудь сможет. Кто-нибудь обязательно за нами прилетит. Кто? Джерри? Йодер бросил нас здесь. Он забрал лодку и никому не скажет о нас. Может, он не заберет лодку? У него есть баллончик, и он знает, где находится лодка. У него нет баллончика. Что? Прости, я обещала больше не красть, но... Ладно, за эту штуку платить не нужно. Джерри, смотри. О, отлично, просто здорово. Почему она затапливается? Должно быть, дверь повреждена. Мы теряем давление воздуха. Это место затопит вплоть до пробоины. Черт, даже если мы сможем открыть дверь, несмотря на давление, вся ротонда тут же затопится, отсюда нет выхода. Подожди-ка, я вспомнила, возможно, выход и есть. Можно проплыть. Проплыть? Мы 5 метров не проплывем, пока там... Наверное. Посмотри на трубопровод. Он выходит из лагуны, а в конце есть пещера. Они связаны с другими пещерами, которые ведут к пляжу. Мы используем трубу как укрытие. Думаешь, мы сможем так долго задерживать дыхание? Пап, смотри, здесь снаряжение. Нет. Мы же не знаем, как нужно погружаться с аквалангом. Я знаю. Что? Нужно как-то отвлечь мозазавра. Придумай что-нибудь. Встретимся здесь, внизу. Погружение с аквалангом? Ой, да ладно. Неужели это так сложно? Я ничего не знаю о погружении. Пап, не трогай воздушный клапан. Там все настроено. С каких пор ты разбираешься в погружении? Помнишь те курсы, на которые ты меня отпустил? Мама решила иначе. На самом деле, Стив оплатил мне курсы. Это был секрет. Новый парень мамы. Ага, если тебя это утешит, меня посадили под домашний арест, а Стив неделю спал на кушетке. Ладно, я сейчас вернусь. Программа кормления. Станция Б, резервуар 4. Похоже, сегодня кормежка. Это немного займет его. Хорошо, милая, что нам делать? Папа, я передумала. Я ни разу не использовала ребризеры. Я к этому не готова. Эй, у тебя получится. Нет. А что, если что-то пойдет не так? Я не хочу этого. Не хочу, чтобы еще кто-то пострадал. Солнышко, посмотри на меня. Ты была права насчет меня. Я не оказывал тебе должного доверия. Я не давал тебе шанса проявить себя. Но здесь, сейчас, ты сделала более чем достаточно, чтобы заслужить это доверие. Я знаю, ты способна на великие дела. Я доверяю тебе, Джесс. Я знаю, и с этим ты справишься тоже. Просто... Я просто не хочу, чтобы ты ушел. Я так устала от того, что ты постоянно уходишь. Знаю, милая, но я же с тобой не оставляю тебя. Я буду с тобой до конца. Скажи, какой сигнал нужно подавать, когда все хорошо? Он универсальный. Хорошо, тогда обещаю, что буду показывать, что все хорошо, как только ты спросишь. Мне страшно. Так же страшно, как в тот раз, когда ты случайно зашла в комнату дяди Уоллеса. Это было так мерзко, я не знала, что у него было что-то вроде протеза. Ладно, Джесс, ты готова? Да. И как работают эти штуки? Ну, это ребризеры замкнутого типа, похоже, они сделаны на заказ. Баллон маленький, хватит, возможно, на 15 минут. Этого хватит? И еще он перерабатывает воздух, который ты выдыхаешь. Его должно хватить примерно на 45 минут. Старайся не делать резких движений. Иначе воздух израсходуется быстрее. Ну что ж, звучит плохо. Отправиться CO2 определенно нехорошо. Вот регулятор, он встроен в маску. Он поможет тебе дышать. Не сопротивляйся и не задерживай дыхание. Ясно, не задерживай дыхание. Вот и все, акваланг практически автоматизирован. Он будет держать тебя на плаву и подавать кислород. О, и постарайся плыть плавно. Плыть плавно? Не дергайся, это привлекает акул. А как насчет мозазавров? Наверное, их тоже. Повернись.
Смотрите, маяк. Да, это должно быть он. Подожди, я никого не вижу. Может, динозавр его съел? Может, Билли? О, фортуна улыбается смелым. Эй, папа, я думал, что все продумал, и не был бы тут из-за воришки. Браво, Джесс. Молодец. Тогда я был уверен, что выбросил билет с этого острова на дно моря. Но, о чудо, вы выжили. Везучие ублюдки. Погоди. Вы что, уплыли оттуда, мерзавец? Что подумают твои боссы, когда узнают, что ты пытался убить нас? Ну, они ничего не узнают, ты-то им ничего не расскажешь. Я только не знаю, как мы докатились до такого Нима. Ты была последней из тех людей, которых я собирался убить. Так не должно было быть, ведь мы с тобой заключили выгодную сделку. Но сейчас не об этом. Я вернулся лишь за этим чертовым баллончиком. А теперь отдай его мне. Отлично. Даже больновато. Что, вот это ищешь? Ты знаешь, так не должно быть. Можем поцеловаться и расстаться, поделить деньги, как мы и планировали. Я сожалею, что раньше не разглядела твою истинную личину. Я могла бы уберечь нас всех от множества неприятностей и надрать тебе задницу. Ну же, давай, не облегчай мне задачу. Да ладно, Нима, ты наемник, как и я. Тебе нужно платить по счетам. Разве эти двое того стоят? Я не такая, как ты. Ты чудовище, страшнее тех, что на острове. Хватит болтать, заткнись и сражайся. Неплохо. Мы доберемся за такой баночки. О, да. Я могу что? Я могу забрать ее? С чего ты вдруг стали такими великодушными? Ты что, хочешь быть героем, Джесс? Ты хочешь расторгнуть нашу сделку? Ты это чувствуешь? Боже мой. Стойте! Ты хочешь завести новых друзей? Йодер! И мне не нравится, когда... Thank you.
Так, сейчас же давайте бежим. Там мостик. Не останавливайся. Эй, сюда. Сюда, давай, поймай меня. Вперед, беги к лодке. Я держу тебя. Эй, сюда. Ну, давай же. Папа, Джесс, заводите лодку. Давай же, завозись.
Мы выжили. Поверь мне, мир станет лучше без этого баллончика. Ребята, не для меня, Джерри, не для моей дочки. Ребята, Нима, я дал обещание, я что-нибудь придумаю. Поехали с нами в Даллас, мы найдем способ помочь тебе и твоей Марикине. Ребята, сколько там стоили эти эмбрионы? Это была игра Юрский парк. Большое спасибо всем за просмотр. Вы были на канале Cap TV Game. Подписывайтесь, если еще не сделали этого. У нас еще много интересных игр есть и будет в ближайшем будущем. Всем пока, до новых видосов.